Жители частного сектора в Сходне провели общее собрание. На встрече с представителями администрации и коммунальных служб прозвучали самые насущные вопросы. Встречу помог организовать председатель Совета депутатов Сергей Малиновский. На сегодняшней встрече жители подняли ряд вопросов. Наиболее острыми из них являются, конечно же, это улично-дорожная инфраструктура, безопасные пешеходные переходы, чтобы можно было комфортно и безопасно передвигаться непосредственно самим жителям вместе со своими детьми. Также, конечно, вопрос касается и безопасности. Такую систему сотрудничества инициировал глава Химок Дмитрий Волошин. Она отражает принцип губернатора Московской области Андрея Воробьева. Житель всегда прав. Все пожелания собственников занесли в протокол встречи. Они лягут в основу инвестиционной программы.